Всем привет, всем привет. Вас приветствует канал Лига Music Wars. Блин, мне хлебом не корми, дай покопаться в каких-нибудь. Сегодня, после прочтения нескольких комментариев на своем канале, очень интересная вещь, выдал YouTube мне похожее видео. То есть на те видео, которые я делал шуточными. И я на него зашел. Да, загружено 8 апреля, уже 2000 просмотров. Предположительно, что накручено, скорее всего, просмотры, как и лайки. Потому что слишком уж интересные, элементарные какие-то комментарии. Вот, меня заинтересовал, что же делает этот чит. Я просто сам точно знаю, что читы не работают. Но меня всегда интересует все-таки, что же делают эти программы. Так вот, я, в общем, зашел на этот сайт, вот куда ссылается ссылочка. Вот, выглядит он вот так. Просто скачивается один файл сюда. Вот он у меня в загрузках, вот он попал сюда. Но мой антивирусник очень интересным образом... В общем, очень сильно ругается, короче, на него выдает, отправляет матом. В общем, он его сразу почти закинул в бан. Причем выдал два различных вируса вообще, неизвестные. В общем, я его временно отключил. Дальше закачал его все-таки для проверки. Меня очень сильно заинтересовало. Дальше... Я зашел на сайтик, вот такой Total Virus, и загрузил файл, то есть с читом, для проверки. Вот, показывает у нас он в плохую сторону, вреден, считайте, получается, из 60 антивирусников, которые его проверили, то есть 11 выдали, что он делает какую-то непонятную бяку. Вот, но этого мне не хватило, мне просто интересно, чем он занимается. И для многих интересных вещей, вообще я сам тестирую все на Linux, но у меня еще есть и вот такие вещи, как виртуальный менеджер. Вот, и я в нем сижу частым образом. Вот, сейчас я закачал вот его сюда. И здесь я ничего не опасаюсь, могу его запускать. Если он убьет, то у меня копия полностью этой машины есть. Вот мы сейчас запускаем его. Давай. Ну, покажи, что ты мне можешь. Вот он что-то делает непонятное, выдает. Мне вот такое, типа, сохранить? Да, сохранить. Вот, ну, сохраняем. Файлик мы сохраняется. Вот. Так, теперь переходим. Где он его открыл-то? Покажи, вот. Вот такой файлик у нас. Скачивается оттуда. Вот. Внутри куча-куча непонятных файлов. Типа вот такого образца. Так я и не понял, в чем юмор этого. Но дальше тестировать я не стал, боюсь. Потому что... Думаю, что эта штука делает какую-то еще пакость дополнительную. Потому что есть такие программы очень интересные. Вот, смотрите, запуск программы в песочнице, как называемая, видите? Вот. Запустив эту же программу в песочнице, она создала не только вот этот файл архива, который вы увидели, да, получается, а, кстати, она еще и удаляется после того, как все сделала, она еще сама себя удаляет полностью. Очень охренительно. Она запускает еще несколько процессов, очень интересных, создает, короче, внутри на рабочем столе, вот здесь вот, создает всякие интересные файлы. В общем, очень прикольная вещь. Ну, что мне тебе еще сказать? Cheat Games канал. Ну что, братан, давай посмотрим, что у тебя есть интересного. Итак, спам введение в заблуждение, мошенничество.
распространение программы с вирусом. Счастливо тебе. Ну что я могу сказать? Всем спасибо, кто смотрел. Не качайте никакие программы, ребята, взлома игры нету. Счастливо! И мы уходим в закат. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, и нам только шепнет.